продвинутый такой. Так, а назад? А меч за сбор всех мечей не дадут? Только ачивка. А получается, эта миссия вообще последняя? Что, погодите? Потому что у нас здесь последний артефакт, последняя записка и последний меч. Следующий уровень, видимо, без лутика. Странно, что здесь не засейвили, да? Оказалось бы. Тут что сейвить? Котня. Чего? Нормально вам так, десятером? И если что их надо убивать. И можно попробовать? А, одного так надо было убить, что? А, ну сапонист, ёбань. Серьезно? А если я хочу? Я уже не могу, да, никак? Прыгающий или нет? Просто издалека вообще ни на кого не похоже. Можно прыгающего. А, он один настоящий походу, да? Это что? Я, то есть мне в прошлый раз повезло, что я с первого раза вычислил настоящего или что? А как понять, кто настоящий? Можно как-то вообще или это? Я не понимаю. Всему ешнул, ни в одного не попал. Справа где-то, что ли? Это да, возле колоночки. А вас кто? Где-то был. Я не понял, где. Блин, я не знаю. Шаши каждый раз рандомит сюда. Вроде так тот же самый. Не тот, да? А как вот прыгнуть к нужному? Это не нужный был? Что? А где нужный? Блять, я всех уже перепробовал, разве нет? Давайте делать попробуем. Нет, не левый. А по-моему, тебя убило и они не умерли. Гадите, чё, блядь? Рандом всё-таки? Блядь, я не понимаю, кто? Сейчас вас какую-то часть убили? Не понимаю. Ближний был. Тут по рандом. А, там какой-то чел, по-моему, обычный стоит. Кто это? Казалось? А, блядь, кто? Бля, а, там, блядь, катанчик, даже не видел его. Вон. Чек-тю, ё-моё. За что я цепляюсь? Я не понимаю, они, короче, рандом походу. Я просто всех пытаюсь. Нет, я не смогу. Я не понимаю, просто. Блядь, и как нам вместе с катанчиком убить? Не понимаю. Не запретить. Я придумал.
6 челов стреляет, и в это время надо катанчик убить, серьезно? Отражать них обратно на Б. Но выловить одного. А я не могу их отразить, походу. Что это? Ни хера не помогает, как отражать. Что-то они как-то спамятся очень странно. Ладно, их слишком много, чтобы отражать. Блять, я же уже ушел с платформы. Мне не нравятся эти враги, то что они рандомные. Было бы прикольно, если бы там у них всегда фиксированный чел в одном месте ставить. Явно надо было его огрохнуть. Они просто всех подряд херачить и увидеть, что поддержка нужна. Deformation is not the worst of Mara's tortures. Their minds are even more disfigured than their bodies. Why would she do this? It's just a side effect. She doesn't care about their sanity, only about efficiency. But the human mind cannot survive in a body so far removed from its original form. What about your mind? Не отвечай, да? Как сюда, что ли? И гейма. Дальше. Кстати, на радар, блин, поглядывал, если ничего не было. Но нам еще одну видеозапись надо найти. Спрятанную видео. Вот здесь вот. Кто это? Пять раз шестеряющийся чел. Пачками стоят с ними. Блять, ну как? Не знаю. Надо с них попытаться. Херища. Блять, как? Что? Просто бред какой-то. А, прыгающий. А прыгающий где? Да. Блять, я не знаю, это просто рандом. Их просто 2 миллиарда челов и все. Если что, спамил R и кнопку атаки. То, что я делал. Ладно. Спам оказался эффективнее, чем какая-то тактика. Яктика. Там не было три прыгающих, один танк, что ли? Важно. Do you believe it? Oh, I know you can hear me. Let me tell you this. You are not Adam. You're an abomination that he came to fear before he died. Before she killed him. Flawed as he was, you're far worse. Not a shred of conscience, no empathy, no soul. Это меня в ту сторону, так как он херово за эти штуки попадает. Где-то здесь, да? А, переиграно.
снизу, интересно. Непонятно, да? Могу бы сверху, могу ли я наверх забраться? Блин, а как будто бы сверху не видно, кстати, эту штуку. По этим стеночкам мы не ползаем, что? Причина, вот, ну, причина не хватания за стеночку. Причина отсутствует. Вот сверху, да, видно, светится. Но у меня персонаж еблан, который не может за стеночку здесь схватиться. Я не могу по ней бежать, она не бегабельная. Поэтому могу бежать, но это не то. Я был на эту, но уже сверху. Но я не могу отсюда, блин, начать бежать. Не бежит по этой стене. У меня нет ни одной причины по ней не бежать, да? Ой, какая бредятина. Какая бредятина. Почему, блядь? Ну просто вот стена. У нас персонаж, который бегает по стенам. Тут он по стенам резко разучился бегать. Я не знаю. Либо от этой туда. Да, блядь, снились. Да снились, все, снились. Отсюда, сюда, сюда и вот так. Вот так, ладно. Про Адама. He's not even human, and I don't think she's very human anymore, too. Am I? I think she wants to get me. He wants to get me. Oh fuck! I'm 100 years old. I'm tired. Do what you want to do. See if I care. I don't anymore. I don't care. To hell with the plan. To hell with all of you. I don't care. You'll see, chill. Как сюда попадать? Реально вот так? Я хз. Нет, ну зацепись, ну придурок, я не цепляющийся ни за что. Так же хуёво цепляется за эти штуки, просто жесть. Нет, зацепляется. Не на трубу, наверное, да? Кажется, труба это лишний. Ладно. Да в смысле, я же прыгнул. Не наверх, наверное. Я чуть не уверен, как это наверх, правильно. В смысле, блядь, ты можешь цепануться за эту дверь? Так, а я могу как-то вернуться? Потому что мне вот бочку как будто бы здесь для сейва поставили, нет? Нет. Ну, это такой, как бы, чекпоинт. Немного условный, а, блядь.
наверное, сразу следующую эту вторую часть заявится. Блять, я забыл. Я видел, что мне туда. Я же прыгнул, что? Ну ладно, не дальше покатился. Приземлился на эту штуку и сразу с нее спрыгнул. Нет, блядь, не там тайминг хуёв был. А как я за тайм, блядь, я без понятия, где тут такой тайминг. Мне особо прогресс стопить не даю. Стоит через шифт, но шифт проблем, что мне тоже не помогает. Ну, просто каждый раз рандомный тайм. Единственная сложность в этой игре это рандом. Рандомный юнит, который ты бесконечно стреляет. Впрочем. Могли туда забраться? Что нет? Я вообще хз как туда попадать? Вниз? Вот вниз. Такие. О нет, фиолетовый чел. Фиолетовый чел прикольный, но они немного рандомные. Максика. Отлично, ребят, да. Так, должен меня за ним бегать? Вообще, за мной какая-то херовинка летает, что ли? Да, серьезно. Может они как на этих героях надо это взбивать их? Я же уже нажал Q, алло. Игра, блин. А, тут вот эти штуки есть. Или не времени? А, это прыжок. Что крэп лечил? Ладно. Меня вообще убивает. Что меня, блять, убивает? Чего? Что, блядь, чего я умираю? А? Блядь, точнее, не, можно писать, что меня убило? Блядь, я просто умираю и все? Ну как вот прыгнуть не через это место? Любящий прыжок, блядь, не так по-другому прыгнуть, как это не может. Ты, блядь, ну ёбаная хуйня, ну что с тобой не так? Блин, я упал. Тайлов, но я не понимаю, кого вообще нельзя. Что?
два человека, блин, буквально, которые выбивают нас. Блять, почему? Блять, ну как? Ну, просто каждый раз в одном. Мне было вообще не радо, что хоть что-то повторялось. Что? Не знаю, чем тут его. Дальше на рандоме. Ой, как так? А этого нет. Блять, что? Ну чем меня убило, блять, я бегу вперед, сука. А где? Вообще нет смысла их катить, не катить. В рандом каждый раз ловлю и все. Хуйня. Ну типа, если получается, то окей, если нет, то нахер. Рандомить это. One thing's been bothering me. Why did you protect Sector 5? Why risk your precious pawn instead of getting to me as soon as possible? Unless... it wasn't you who wanted to save them, but your puppet. It's got a will of its own now. Did you actually... No reason to listen to her prattle on. She's just trying to sidetrack you again. Последнее уже. Блин, как будто посидеть здесь, да? Нет, не здесь. Нет? Я хочу наверх. Прыгалки, мабэм? Тут он диковато. Прыгалка там. Нам наверх. Ага, как, блин? Слишком высоко. Не, ну чисто технически можно попробовать, но трубы мешают, например, да? Наверх этим карабкаться. Ну, по этой штучке можно наверх карабкаться. Да, тут проход мешает. Паркур, походу, по башенке нужно делать. Нет. Так, а здесь есть прям такая хорошая стена, потому что чисто горе, блядь. Ой, я знаю, как все. Иди.
Вот эта стена хорошая. Вот эта стена хорошая, да? Слишком коротенькая стена, блин. Хорошая, но коротенькая. О, найс. Вы как? Бегущий за хламом. Да, да, но я что сделаю? Что для одного мусор? А, имплант Богомол X. Боевая имплант ускоряющая реакцию, что позволяет им мгновенно улучшать навыки ближнего боя. Используется боевыми подразделениями хозяйки ключей. Конкретно этот образец был извлечен из чего-то трупа. Все, собрали. Эти штуки все собрали. Перчаток нам ни одной не дали. Вообще не знаю, что такое перчатки. И кодекс. Шмоточки все. Аудиозаписи все. Кайф. Да, лутик. О, опять же, это вот эта штучка нам помогла сильно, да? Теперь можно, кстати, от нее избавиться. Теперь она не нужна. Ладно, пусть будет. Для красоты. Так. Окей. Надо дальше уходить. Так, что тут надо стрельнуть? Туда-сюда, да? Вот это всё. Стреляем сюда. Стреляем сюда. Сюда. На перезарядке был, да? Ты совершенно перезарядки. Нет, прямо здесь враг, я его не вижу. Сверху? А, это вы? Второй кто? Тоже ты? Даже меня стрелять перестал, да? Ну, типа, все, ГГ ему. А, наверх ты стрелял. You're not him. Of course I am. Who else would I be? If you copy a file, is the copy any different than the original? He was no file. You're starting to sound like her. Let's focus on the task at hand. We'll discuss this later. Как будто бы секреток больше не должно быть, да? Вот. You're not in control, are you? You must talk to your tool. Convince him to do what you can. Don't try to silence me again. Let him listen. He has ears. I should know. I made them. Do not listen to her. It's nothing but a diversion. Have you told him anything at all? About your plan? About why he exists. How Adam needed slaves stronger than humans, but expendable. How did you... Надо ехать стрелять, ой. Многие так. Потом приезжаем здесь, стреляем туда, потом туда, потом туда. И еще где-то один раз. А. Так, надо, наверное, напоследок оставляем, да? А я точно успею? Может быть, как-то ускоряться надо? Тут идеально все подсчитано. Мне кажется, какой-то не включил. А где он был? А я не включил самый левый, который был... А, вот тот, что? Я не попал ли я вот в сбегу? А, вот этот.
than a noise. So, you can hack their systems. This part of Dharma was the heart of Cyber Void. This place is special. You lied to me. I only withhold information when it's not vital to your survival or to the plan. You will learn all the details once we deal with Mara. She is the only enemy, not just yours and mine, humanity's. Без таких штучек уже не так интересно играть стало. Уровни скучные стали. Нет ощущения, что здесь может быть что-то спрятано, что надо найти. Зацепиться, блин. Вот цепляться-то будет, я не понял. Это плохой танк, я сейчас делаю. Там непонятно, куда лучше. Там странный всегда. Что этот уровень закончился. У нас еще 2 там осталось, да? 1:16 здесь будет.